Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы. И мы. Значит, люди. Да, люди. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет у нас сказ о доблестных русских ратниках. Сколько их было за всю историю нашей многострадальной, но все-таки непобедимой Руси? Известно нам и Ледовое побоище, и Куликовская битва, и Бородинское сражение. Но далеко не все славные походы наших отважных предков отмечены в календаре, образно говоря, красной страницей. А напрасно. Ведь о многих героях память у нас почти изгладилась. Кто сейчас помнит о боярине Иване Васильевиче Шереметьеве Большом? А ведь и вправду большой это был человек. Благодаря его храбрости и выдержке молодое российское государство не подпало под удар могущественного крымского хана. И вот как это было. Летом 1555 года Иван Грозный, завоевавший к тому времени Казань и начавший присоединение Астрахани, решил продемонстрировать свою силу и перед Крымом. Что же предпринял он? Послал в ханские пределы конный отряд боярина Шереметьева и поставил задачу навести страх на крымчан, но в большую войну не вступать. Не ведал, однако, всероссийский царь, что в то самое лето крымский хан Девлет-Гирей, собрав огромное войско, решил опустошить русские пределы и даже взять Москву. Свой поход начал он с большой предосторожностью, желая подойти незамеченным поближе к столице. И вот какая обстановка сложилась летом в Донских степях. Почти навстречу друг другу двигался царский конный отряд и несметная орда крымского хана. Однако опытные сторожа русских земель была в ту пору и такая должность. Вовремя оповестили боярина Шереметьева о вторжении неприятеля. Мудрый боярин послал гонца к царю, а сам зашел в тыл противников, но нападать на них не стал. Слишком неравны были силы. Таким образом ситуация изменилась. Хан Девлет-Гирей со своей ордой двигался к Туле, а следом за ним на большом отдалении шел конный отряд Шереметьева. На одной из степных пустошей хан, не зная, что русские следуют за ним, оставил весь свой обоз, который немедленно был захвачен конниками Шереметьева. Трофеи оказались столь громадными, одних отборных коней более 60 тысяч голов, что боярин выделил половину своего отряда для сопровождения этой добычи в сторону Рязани. В то время посланный им гонец прибыл в Москву и оповестил царя. Иван Грозный во главе многочисленного войска вышел навстречу врагу. Хан Девлет-Гирей, узнав об этом, внезапно повернул назад. Для чего? Возможно, хотел заманить русскую армию вглубь степей и там с нею разделаться. Но не знал он еще, что потерял весь свой обоз. Однако, поворотив вспять, он неожиданно наткнулся на оставшуюся половину отряда Шереметьева. Это случилось у деревни Судьбище, что в нынешней Орловской губернии. Так оправдала эта деревня свое название. На подступах к ней произошла Судьбищенская, а лучше сказать, судьбоносная для России битва. Хан, узнав, что противостоит ему не основная армия, а лишь небольшой отряд, обрушился на него всеми своими силами. Татары имели почти десятикратный перевес в числе бойцов. Но боярин Шереметьев не испугался. Принял лобовой удар крымской конницы. И, как повествует знаменитая Никоновская летопись, русские бились с врагом от рассвета до поздней ночи и даже изрядно потрепали ханское войско и взяли одно знамя.
На следующее утро битва стала еще ожесточенней. Хан лично 8 часов подряд водил крымчан в атаку. Но русские пушкари и стрельцы метким огнем отбивали натиски. Бросил хан на русский строй корпус кровожадных турецких янычар. Но и они не добились успеха. К концу дня боярин Шереметьев был тяжело ранен. И командование перешло к другим воеводам, но и они не дрогнули. Собрали остатки отряда и засели в поросшем кустарником овраге, не давая крымчанам двинуться на север. Девлет Гирей был в неописуемой ярости. Он требовал от своих муз во что бы то ни стало опрокинуть русский отряд. Но все атаки татар разбивались о стойкость наших ратников. Спустилась ночь. Хан, потеряв в битве с Шереметьевым одну четверть своей орды и услышав о подходе главных русских сил, решил навеки забыть о всякой победе. Спешно повернул на свое поредевшее войско на юг и покинул пределы России. Надо ли говорить, с какими почестями встречал Иван Грозный возвратившихся живыми из этой жестокой битвы русских воинов? Боярина Шереметьева несли на носилках. Судьбищенское сражение, героем которого он стал, вошло в доблестную летопись нашего Отечества. О той великой битве напоминает и памятный знак, который был установлен летом 1995 года у села Судьбище. «Смелость города берет», – издавна говорили на Руси. Впрочем, не только берет, но и надежно защищает. И не только города, а всю страну может оборонить от неприятелей. Побольше бы нам отваги, да покрепче бы веры. И тогда никакой враг нас не одолеет. Я желаю вам всего самого доброго. И храни вас Господь, дорогие друзья.